Hello everyone, I'm on my way to the railway station and many people have been asking me about Russian trains. Is it safe to travel by train in Russia? How do Russian trains look from inside? And all that stuff. So today I will show you how it all works and explain everything. And as usual, I will do it in slow Russian. So if you don't speak Russian, you can use English subtitles. If you don't see them, just turn them on. And that's it. Let's get started. Купить билет несложно. Нужно пойти на сайт РЖД. Если вы знаете русский, набирайте по-русски. Если вы не говорите по-русски, есть английская версия пассажирам. И то же самое. Откуда, куда, дата и купить билет. Дальше загружается. Выбираете поезд. Продолжить. И можно выбрать место. Например, один. Так. Дальше вводите все личные данные. Имя, фамилия, дата рождения и так далее. Все. Готово. Платите, и около поезда можно будет показать только документы. Это вокзал. Здесь полиция проверяет багаж для безопасности. Много народу, много людей. Все как всегда. На вокзале обязательно есть табло с поездами, отправление, прибытие, всегда на русском и английском. Если вы боитесь ехать в Россию из-за русского языка, не бойтесь, все знаки дублируются на русском. На английском вы все поймете. Это поезд. В России поезда очень популярны. Они состоят из вагонов. Вот номер вагона, номер 12. Это перрон. Все в снегу, идет снег, по перрону ходят пассажиры. Внутри каждого вагона длинный коридор, слева купе, кто-то спит, справа окна. Заглянем внутрь купе. В каждом купе 4 полки. 2 сверху, 2 снизу. В билет входит постельное белье, простынь, наволочка и так далее. Полки раскладываются и можно спать. Это купе номер 8. В конце коридора табло, время, температура, номер вагона и туалет. В каждом вагоне есть 2 туалета, унитаз и раковина, чтобы мыть руки.
каждом вагоне есть бойлер вот с таким краном. Можно попить чайку. А это символ, символ российских железных дорог, подстаканник. Когда вы покупаете чай или кофе у проводника, их дают в подстаканнике. А это ужасный дешевый кофе. 3 в 1. А за окном просторы, за окном сибирские снега. Много-много снега. Все белое. Романтика. And that was it for today. As you can see, traveling by train is cheap and it's safe. So if you visit Russia, enjoy our trains. And thank you very much for watching. I hope to see you in my next video. Bye-bye.